Наверное, всем нравится расслабляться в ванне. Есть в этом что-то успокаивающее, приятное и даже ностальгическое. К сожалению, взрослым редко выпадает такое удовольствие. Почему? По ряду причин. Ванна занимает больше времени, чем душ. Душ принимать удобнее. И вообще, принять душ кажется как-то проще. Есть много мифов о том, что ванны якобы вреднее душа, но мы их сейчас развеем. Ванны очень даже полезны. Это не только идеальный способ расслабиться в конце дня с бокалом вина, но и отличное подспорье для вашего здоровья. Вот 7 причин, почему принимать ванну полезно. Первое. Ванны замедляют процесс старения. Дерматологи утверждают, что ванны помогают избавиться от признаков старения и взрослого акне. Дело в том, что ванна понижает уровень кортизона в организме. Кортизон – это гормон стресса, способствующий образованию акне и преждевременному старению. Чтобы как следует ощутить пользу в борьбе с кортизоном, обеспечивайте полное увлажнение кожи после ванны, чтобы не допускать дегидратации. Второе. Ванны расслабляют перенапряженные мышцы. Многим известно, что тепло – лучшее средство при болях в мышцах. Согревание воспаленных или перенапряженных мышц расслабляет их. В ванне вы полностью погружаетесь в теплую воду, что приводит к расслаблению мышц всего тела. Кроме того, если добавить в ванну английскую соль, это снимет болевые ощущения. Третье. Ванны не менее гигиеничны, чем душ. Многим кажется, что ванны грязнее, чем душ, потому что вода не сливается. Но это не так. На самом деле, душ предпочтительнее только в том случае, если вы перепачкались или вспотели после тренировки или похода. Если же вы просто моетесь в конце дня, то ванна отмоет вас не хуже душа. Плюс пар от горячей воды раскрывает поры, что способствует лучшему очищению. Четвертое. Ванны понижают сахар крови. Если врач велел вам следить за сахаром крови, вам отлично подойдут ванны. Британские ученые недавно обнаружили, что горячая ванна может понижать содержание сахара в крови. Сахар крови повышается после еды, а его уровень – один из маркеров риска по диабету. Поэтому поддерживать низкий уровень сахара в крови полезно. Разумеется, ванна не заменит здорового питания и занятия физкультурой, но как дополнение она незаменима. Пятое. Ванны полезны для кожи. Известно, что горячая вода обезвоживает кожу, поэтому многие думают, что для кожи душ полезнее ванны, но на самом деле это совсем не так. Наше тело выделяет необходимые ему смазки, которые смываются с кожи, как в душе, так и в ванне. Разница в том, что в ванну можно добавлять эфирные масла, минеральные соли, бомбочки для ванн, овсянку, мед и так далее. Эти добавки помогут обеспечить надлежащее увлажнение и питание кожи. Только не забудьте намазаться лосьоном, когда вылезете из ванны, чтобы сберечь влагу. Шестое. Ванны хорошо снимают стресс. Многие взрослые принимают ванну с одной целью – чтобы снять стресс. Прием ванны заставляет отказаться от делания 10 дел сразу и просто расслабиться. Повышение температуры тела улучшает кровообращение, успокаивает нервную систему, выводит из тела токсины и стимулирует выработку эндорфинов. Эндорфины улучшают настроение и снимают накопившийся за день стресс. Вдобавок можно зажечь ароматические свечи или капнуть в ванну эфирного масла, устроив себе сеанс ароматерапии на дому. Седьмое. Ванна может сжигать калории не хуже кардионагрузки. Горячая ванна поможет вам избавиться от калорий не хуже, чем занятия спортом. За 1 час в ванне сжигается до 130 калорий, что равноценно 1,5-часовой прогулке. Опять же, ванна не заменит занятий спортом, но это прекрасное дополнение к тренировкам. Вы получите не только эмоциональную пользу, но и физическую. Да здравствуют ванны! Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!